Как вы можете прокомментировать украинские требования, которые упомянула газета The Guardian, для получения разрешения в использовании ракет Storm Shadow для ударов по Москве и Санкт-Петербургу, тем самым, чтобы заставить Москву пойти на переговоры? Ну, это шантаж, это попытка сделать вид, что Запад хочет избежать чрезмерной эскалации, но на самом деле это лукавство. Запад не хочет избежать эскалации, Запад, по-русски говоря, нарывается. В этой ситуации, наверное, очень важно понимать, что у нас есть своя доктрина, в том числе доктрина использования ядерного оружия, которая, кстати, сейчас уточняется, и о которой американским деятелям очень хорошо известно. Но это просто по Фрейду прорывается у них. Вы знаете, Третья мировая война – это плохо, потому что мы не хотим, чтобы пострадала Европа. Вот весь американский менталитет. Менталитет хозяина, который на том берегу сидит, убежден в своей безопасности и убежден, что за него будут делать грязную работу и умирать не только украинцы, но теперь еще и европейцы, как выясняется. Вот, поэтому мы давно слышим эти спекуляции насчет того, чтобы разрешить использовать не только Storm Shadow, но и американские ракеты дальнего действия. Кстати, в Вашингтоне какой-то анонимный источник сказал, что работа такая ведется, просьба Украины рассматривается в целом в положительном ключе. Я больше тут, наверное, ничего добавлять не буду. И президент все уже давно сказал. И мы сейчас еще раз подтверждаем, что игра с огнем, а они, как дети малые, со спичками балуются, это очень опасная штука для взрослых дяденек и тетенек, которым доверено ядерное оружие в той или иной западной стране.